Напоследок я скажу спасибо школе за все. Буду скучать по учителям, по классам, по кабинетам. Надеюсь, будут навещать. Я пожелаю всем своим одноклассникам удачи, естественно, чтобы они поступили в желаемый институт. И по жизни удачи. Одноклассникам скажу, что я их никогда не забуду, что таких одноклассников, наверное, нигде не найти. Учителям я могу сказать то, что я их тоже никогда не забуду. Ну и вообще все они молодцы. Потому что научили нас. И то, что даже ругали нас. Благодаря им мы нормально выучились. И надеюсь, мы нормально сдадим экзамены. Ну, спасибо учителям, то, что они нас терпели, всему, что научили нас. Ну, все, как бы. Большое им спасибо за все. Неплохо все было, хорошо все было. Ну, общаешься с другими, и у кого-то там как-то учителя, у кого-то там что-то не получается. У нас хорошая школа, такая, добрая. Нас, почти мы все друг друга знаем, даже учителей, которые нами занимаются, они могли заниматься нами раньше, или они... Ну, все равно как-то мы все друг друга знаем, уж почти так какая-то уютная школа. Ну, а напоследок я скажу просто огромное-огромное спасибо учителям, всем, которые вложили частичку себя просто в каждого из нас, которые формировали личность, потому что как бы с детства я просто огромной-огромной благодарности. Я надеюсь, я думаю, у меня получится, буду также, закончу школу, также буду все время приходить, навещать, спрашивать, как дела. Одноклассникам я бы хотела пожелать, чтобы они все поступили туда, куда они хотят, чтобы их будущее сложилось хорошо, чтобы они не ставили себе какие-то небольшие цели, чтобы они все время стремились к чему-то большему. А учителям я хочу сказать спасибо. На самом деле, сколько бы и не ругались, и ничего, все-таки, как они родные, они всегда нас поддержат, и они всегда, никогда не поставят оценки нам не в пользу. Спасибо. А, еще отдельно спасибо, конечно, Ольге Ивановне за то, что она нас терпит, все наши выходки, какие мы не очень спокойные бываем, она всегда за нас, всегда нас поддержит. Я хочу пожелать своим одноклассникам только хорошего, чтобы они поступили куда хотели. Учителям хочу сказать большое спасибо за все, что они для нас сделали, потому что на самом деле это очень тяжело воспитывать детей. Я считаю, то, что школа это как второй дом, потому что здесь проводишь очень много времени, ты как бы занимаешься самовоспитанием, здесь тебе дают знания, здесь тебе дают те же наклонности, к профдеятельности, склонности к спорту, ты проявляешь тот свой характер. Слонцы своей будущей профессии. Я буду завидовать тем, кто только пришел учиться в эту школу. Это все. Я хотел бы оказаться на их месте. Учителям я хочу, наверное, сказать огромное спасибо, потому что они вложили в нас очень многое. Они воспитывали нас, можно даже так сказать. Учили. Как-то даже... Не знаю. Вообще, в общем, им спасибо. Одноклассникам я им желаю всем поступить в институты, какие они там хотят. Создать хорошие семьи, жить хорошо. В общем, удачи. Буду скучать по Артурчику, Муминат, Алинке, Любке. Я думаю, что мы будем общаться так же, пусть не так видится часто, как в школе. Но все же, думаю, наша дружба на этом не закончится. Напоследок я бы хотел сказать большое спасибо школе, учителям за их терпение. Что вытерпели наш класс 11-й. Я рад, что попал в эту школу, в этот именно класс. Именно здесь я встретил своих друзей, хороших людей, понимающих, хороших. Эти люди
стали для меня лучшими. Но я бы хотел отметить тех людей, которые, ну, очень близкие мне стали за это время. Может, это как покажется банальным, но я бы за них мог бы, наверное, я бы мог отдать за них свою жизнь. И эти люди, с которыми я бы хотел общаться, ну, всю свою жизнь. Это Ваня Попович, мой лучший друг. Славик Сейс тоже. Ну и Аленушка Щербогаткина и Юлия Петрова. Спасибо, да, всем тем, которые нас терпели, учителям. И что бы мы ни вытворяли, ни разу маму не вызвали в школу. Это очень хорошо. Все. Ну, одноклассникам, да, тоже, но не со всеми учимся очень долгое время. Нет, ну, наверное, у одноклассников прощения хочу попросить, потому что я все время с ними грызусь и плохо себя иногда по отношению к ним веду. Ну, как бы не хотелось на такой ноте расходиться все. В 11 как бы спасибо Ольге Ивановне как классному руководителю, потому что она вот не только как классный руководитель участвовала в моей жизни, но как и друг, она всегда была другом, поддерживала меня во всем. Как бы старалась поддержать, ну, прям во всем, и в учебе, и в том, ну, как бы, во всем, в общем. Еще с Ланей Владимировной, потому что она в меня верит, как бы я сдаю экзамен ее по литературе, она привела любовь к литературе, и однако же будет и Чехов, Лермонтов и все остальные. Одноклассники. Ну, одноклассники, тоже спасибо за их дружбу. Хочу сказать спасибо огромное всем учителям, которые вложили в нас свою любовь, доброту, кричали на нас, но своим криком они давали нам понять, что надо учить, потому что это пригодится. Большое, очень огромное спасибо хочу сказать своим ребятам, друзьям, одноклассникам, особенно тем, с которыми мы были с первого класса. Вот. Сколько мы пережили, сколько всего было. Вот. Ну и спасибо директору школы. Потом замдиректору Татьяне, кстати, мне огромное спасибо, особенно и за ее труды по математике. Вот, сколько она нас мучила. И даже не то, что огромное спасибо, а даже не выразить словами нашему классному руководителю. Вот. И надеюсь, что мы друг друга всегда будем помнить, будем встречаться. И навсегда запомним эти веселые дни. А напоследок я скажу вот огромное спасибо нашим учителям. Они внесли такой вклад в нас, в наши души. Они нас воспитали. И огромное им спасибо. Это наши вторые родители. Спасибо большое. Одноклассникам. Одноклассникам? Ну, одноклассники, это на всю жизнь. Я их лично запомню на всю жизнь. Они для меня вот как мои верные товарищи всегда будут. Я очень была бы рада, если бы мы с ними поддерживали отношения в дальнейшем. Все-таки я скажу большое спасибо учителям за их заботу, терпение. Мы все будем скучать очень по ним, и по ребятам я тоже очень буду скучать. Ну, конечно, хочется сказать только хорошее о них, потому что у меня только положительные эмоции о них. И я, конечно, привыкла за 11 лет, и все-таки не смогу, наверное, с ними расстаться. Слезами на глазах буду ходить. Хочется, конечно, пожелать здоровья побольше, взаимопонимания, удачи, хороших достижений там, в карьере, в учебе и всего хорошего. Всем удачи, я никого не забуду. Вот чем они тебе запомнились? Ну, все ко мне хорошо относились, у меня ни с кем не было конфликтов. Напоследок я хотел бы сказать в первую очередь учителям огромное спасибо за то, что они как бы выдержали наш нелегкий характер, научили нас, чему смогли. Ну, наверное, спасибо хотел бы сказать одноклассникам за то, что они могли поддержать в трудную минуту. Ну, я думаю, я буду скучать по школе, как бы навещать, ну, как получится, в какие-то дни. Напоследок хочу сказать, что я благодарна всем учителям,
за то, что они нас научили всему. Вот, и очень буду скучать по своей школе. Я хочу большое спасибо сказать учителям за то, что они нас научили русскому, математике, там, всему. И я буду помнить эту школу и приходить почаще в гости, как смогу.